Дай пас, дай пас! Ну, Ваня! Так она все равно так забьет. Так забьет. Господи, я так слил. Быстрее, ну, ультуй. Ой. Блин. Капец, нас тут... сделал нокаут. Ага. И мы поиграем в игру Brawl Stars, и мы будем проходить чемпионат новый, вот этот вот нокаут, испытание чемпионата. Но это будет очень сложно, потому что только 3 поражения. И вообще почти нам ничего не дается. Ну, в начале, кстати, дается много очень. Так что все, погнали. Погнали. Кто против нас играет, я не увидел. 8-бит, бейт, ну, у нас чел АФК. Давай, стреляй. Вдвоем пытается. Давай. Куда стрелять? Там нет никого. По людям. Ой, не по людям, нет людей. По коробкам. Осуждаю. Давай. Так, стреляй, я получается... Сейчас я просто ульту набью и все. Давай. Убил. Ну чё, и сейчас умру. Убегай. Убежал. Я убил. Я молодец, да? Получается, да. Я молодец. Все. Да, получается так. Значит, там уже у нас 8 бит. Я сейчас накоплю на самый длинный прыжок. Подожди, тихо. У меня же щит, да? Да, все, у меня все, щит. убил. Все, найс. Убили. Первую каточку мы выигрываем, дальше вторую, да? Ой, вторую. Вторая каточка, раунд. Ну, у нас про 5 АФК стоит. Я не знаю, зачем заходить тогда. Вначале всегда. Тем более, стоит. Это чемпионат, реально, это чемпионат. Тут, типа... Ой-ой-ой, опасно. Аккуратно. Надо мочить Дениску. Держимся. Да, надо держаться. Остается... Минус, хорош, этот. Хорош. Так, я помогу тебе. А, кстати, интересный факт. Я забыл поставить фиолетовый. Все, хорошо, я убиваю Белль. Идем. До этого мы убиваем. Должны. Должны, обязаны. Не обязан. А, ну и должен. Это великолепно, это великолепно. Это легчайшее для величайшего. Еще ящик забираем. Без анонимус, извини, забрать. Но я не могу сейчас играть. Надо поставить. Я ничего не получил. Так, ящик. Первый ящик, я открываю, получаю 21 золотую монету. Хорошо. Я ничего не получил. Мне анонимус, подожди, а как у меня... Пошли. Следующая катка. А, смотри. О, опять за нас. Да, и это... против них Гром тоже опасно, потому что Гром мне... Блин, Гром, это, блин, беспонтовый персик. Да, ты должен контрить Грома. Ты на Грома должен агриться. Гром на Грома должен. Да, видишь, он хочет на меня. А я не хочу, чтобы он на меня. Он тебя контрит, если у него ульта будет, он тебя может убить, в принципе. Он не может... Чего? Как он так быстро разбил? Это он так профессионально, он явно профессионал уже. Видно, играет профессионал. Вижу. Забираю. Так ему. Ну, ты забираешь. Копчёным. Ну, я забираю. Ничего страшного. У меня есть ульта. Так, я понял. Надо поближе кинуть ульту. А где? В Грома кидай. Давай. Я ему туда закинул. А он законтрил ее. Фух, чуть не умер. Аккуратно. Вот сейчас аккуратно. Прячься за стенки. Окей. Путь радуги. Так, прячься. Хорошо. Зажимай его. Хорошо, он гаджет потратил. Так, я развел его на выстрел. Все, он умер. Не... Все, забираем. Хорошо. Первый раунд за нами. Значит, второй раунд там тоже надо выиграть. Обязаны. Так, ну тут они просто все разломали себе. Коль тоже хочет разломать. Да не, нам ломать. Зачем Кольт ломать? А у нас АФК-чел. У нас АФК-чел, да. Это плохо, очень плохо. Нажмут, я умер, блин. Ну, блин, у нас какой-то вообще... Пожалуйста, ультани нормально. Пожалуйста, батя. Он убил, все, найс. Прячься. Два на два играйте. Мадара, учиха, пошел вон. Боже мой, батя. Зачем это культанул? У тебя гаджет есть? Да. Попробуй как-нибудь взаимодействовать тоже с ним. Хорош! Все, я сдох. Ладно. Это было... Блин, последний раунд остается. Что же нам делать?
Мы просто прячься, очень осторожно играем. Прям. Ну, слушай, прям у тебя когда мало хп, не, просто убегай, не бойся тратить тычек. Просто, все. Ничего. Все, убегай, батя, 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 не. Батя, если бы ты это сказал. Но батя, видишь, тоже хочет подпушить. Батя ему как бы попушить надо. Я убил? Тебе нам. Окей, красава, убегай, все, убегай, просто упрыгивай к нам. Ой-ой-ой. Батя, хиляйся. Убегайте к нам, просто ко мне. Я убегаю, бегаю, бегаю, бегаю. Играем от нашей зоны. Так, хорошо. Батя вот молодец, он где-то набивает ульту, не знаю откуда. Он как-то профессионально. Так, ладно. Набивает, это, жми, жми, негра. Минус негр. Ай-яй-яй, я встал. Джойстик залагал. Так, ну и все. Все. И мы выигрываем. Мы выигрываем эту катку. Вторую игру. Получается, мы три катки выиграли. Почему? И переходим мы к прошли, следующей карте. Прошли, да, мы переходим к следующей карте. Ребята, это закадровое включение. Я буду снимать каждую карту по одной игре. Так как если я буду снимать каждую игру по каждой карте, то ролик очень сильно затянется. А прям помогать неохота из-за этого. Это страшно. Так, ну мы, я думаю, сможем. Попытаемся. Блин. На часах 0-0. А что он с Фэнг делает? Нет! А, ничего. Очень слабо среагировал. Давай, отлетай. Давай, давай, давай. Забей. Фэнк, пожалуйста. Фух. Ой, хорошо. Блин, надо было ему посунуть, наверное. Давай, забивай. Смотри, смотри. Хорош. Ну я вообще тут сейчас самый лучший игрок, я тебе отвечаю. Ну ты видел, как да, жестко, да? Да. Да, 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 ты лучший игрок. Да, да, да. Все, мы выиграем вторую карту, и тут у нас уже следующее ограбление. Ограбление. Еще и карта беспонтовая. И тут я даже уже не знаю, кого брать. Так, нам дадут статпоинты за этот этап. Нет, это не каркай, пожалуйста. Нам дадут статпоинты, если, если мы выиграем. Там какой-то тамбель опасный. Ну, у нас жмых бобр, боже мой. Хмых, хмых. Я сразу убегаю от всех. Ну забей, меня просто бьют, а вы одного не можете убить. Тихо-тихо. Сейчас мы тут тащить начнем. Наверное. Это Тима. Пожалуйста, хмых бобр, пожалуйста. Зачем ты взял рикошета на этой карте? Рикошет на этой карте беспонтовый. Так, она поставила капкан. Я пойду обходить, короче. Ты защищай. А где она капкан поставила? Прям вон тут вот где-то. Где, куда ты идешь, только левее чуть-чуть. Да, я нашел его. Хорош. Блин, меня убил. Мне турелька коцает их. Понял, понял, понял. Ну, типа это. Да, я понял. Поставил медведя. Хорошо, медведь дамажит. Медведь дамаг идет. Да все просто. Умер, да? Смели. Так, надо выигрывать, надо выигрывать. Пошли, пошли, пошли. Ну там спайк очень сильно контролит. Кого контролит? Нас, что ли? Хорошо! Молодец просто! То, что ты двоих убил сейчас. Хорошо! Убил! Хорошо. Ай-яй, он бежит к нам, пожалуйста. Блин. Ну, бобр, пожалуйста, что ты делаешь? Бегу, 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 бегу к вам. Встань посередине, встань посередине, Манси. Я пойду слева. Так, давай, давай, давай. Да блин, по мне. Давай, бобр. Я сейчас медведя поставлю. Все, медведь затащит, если ты еще поставишь. Медведь! 3000 хп! Да, всё, да выиграли, все, мы выиграли. Фух! Ну да, была потная, потная игра, конечно. Очень потная. Но мы все-таки выиграли эту игру. Фух. Главное, что у меня сейчас запись не лагала. Так, 750 кубков нам дали. Ой, 750 старпоинтов. И старпоинт. Горячая зона, вот эта вот ненавистная карта, которую я не люблю. Все, давай. Да блин, так неохота нажимать, готово. Страшно. У меня слышно, как кот мяукает? Да.
Выходи быстрей! Быстрей! Да иди в сраку, короче, оставайся тут. Пусть мяукает. Так. Опять ПМ. У меня лагает. Кажись, она поняла, что нам надо. Были, конечно, да. У нас, ну, блин, крысы. У нас динамайк просто, я не знаю, что он делает. Да как? Собака, да? Игра, помой. Динамайк, пожалуйста, сделай что-нибудь профессиональное. Хорошо, убей. Все хорошо. Отойди, отойди от меня. А, точно. Сори, сори. У нас тут Белль беспонтовая. Где динамайк? Динамайк, токи, чё геймер. Что же он сможет? Пожалуйста. Нет? Видно, что Хулка играет. Нахер он динамайка взял на этой карте? Лё... Нас сильно жмут. Там Белль просто на центре стоит и все, всех убивает. Они до сих пор собирают эти. Блин, проиграли. Испытание закончилось. Значит, еще раз все. Да. Да, все. Невозможно, попыток больше не осталось. Ну слушай, мы прошли все равно довольно-таки много. Довольно много, да, да. Да, прошли три карты. Самое главное, ящики забрали. Да. Ну что же, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник и Ваня. И я. Всем пока. Все, всем удачи, всем пока. Блин, ну обидно.